Утро доброе, вести Карачаево-Черкесия, с вами. На дворе уже 1 июля. Этот день открывает второй месяц жаркого лета. В старину считалось, что провести его нужно весело, получив максимальное удовольствие от жизни. Ведь на улице светит солнце, а природа начинает одаривать трудолюбивых первым урожаем. А вот будет ли сегодня ярким солнцем, мы узнаем из прогноза синоптиков чуть позже. А сейчас время новостей. На базе общеобразовательной школы села Костахитагурова Карачаевского района прошла квест-игра по правилам безопасности дорожного движения. Образовательно-познавательный проект с говорящим названием «Безопасное детство» реализуется во взаимодействии ГИБДД межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский, управления образования районной администрации и движения «Родительский патруль». Ахмат Халкечев продолжит. Оспаривать звание лучших знатоков правил безопасности дорожного движения вышли 5 команд. Это представители общеобразовательных школ села Костахитагурова, поселка Новый Карачай, а также Верхней Тиберды, Хумары и Нижней Тиберды. Команда сформирована из числа отдыхающих пришкольных лагерей. Для победы необходимо за наиболее короткое время пройти 7 станций, объединенных общей тематикой. На каждой станции задания, решить которые можно только за счет хороших знаний ПДД. Для кого устанавливается? Для пешеходов. Молодец. Дети продемонстрировали хорошие знания дорожных знаков, отгадывали загадки, собирали пазлы. Ну а самое увлекательное для всех оказалась станция «Крокодил». Здесь капитанам команд нужно было без единого слова исключительно жестами довести остальным участникам заданный вопрос. Мероприятие прошло эмоционально насыщенно. Дети получили кучу позитивных эмоций, в том числе и профилактическую пользу. Сотрудники госавтоинспекции проводят такие мероприятия на регулярной основе. Все команды показали хорошие знания, ну а призовые места распределились в зависимости от того, за какое время удалось пройти задание и финишировать. После подведения итогов призовые места распределились следующим образом. Первое место заняли школьники из поселка Новый Карачай, на втором ребята из аула Хумара, а замыкает тройку лидеров команда села Костахитагурова. Было очень интересно, сложностей особо никаких не было, так как мы все это знаем, мы все проходили, нервничали очень, но все-таки знали, что мы победим. Без подарков и грамот ни одна команда не ушла. За активное участие и хорошие знания отметили всех участников. Ахмат Халкечев, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Фестиваль танца «Ритмы лета» собрал детей в городском дворце культуры Черкесска. Зрителями мероприятия стали более 400 ребят из всех уголков Карачаева-Черкесии. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети участников специальной военной операции, программу которую подготовили юные артисты. Входили танцевальные композиции народов Кавказа и мира, современные хореографические постановки. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Карачаево-Черкесии местами кратковременные дожди, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 25, плюс 30. В горах местами плюс 16, плюс 21 градус. Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 27, плюс 29 градусов.